Смирись, Патрикевна. Все равно надо обрабатываться. Куда деваться? Что ты делаешь? Своими. Слушай, ну сейчас уже лучше. Ну понятно, что лучше. Чего матом ругаешься? Кто тебя научил? Хорошо. Даже промывать не надо ничего. Как это называется? Скальпированные раны. Как будто бы сняли скальп немножко. Даже промывать не надо. Все чисто у тебя, все хорошо. Не расстраивайся. Ты же у меня все плохо, меня не выпускают. Пожалуйста. Ну скажи, ну скоро я разделаюсь этим воротником, а дырка у меня уже побегу готова. Да, да, да. Она уже почти весь разгрызла, родня. Может поменять, не? Ну, в идеале, да. Может и поменять. Потому что вольер, у нее уже эта клетка, она рука залазит туда. Я говорю, надо это самое. Клетку в клетку поставить, большую клетку, достать новую. А сможем это все? Сможем. Я в это верю. Потому что она эту клетку уже разломала, и она там себе сделает. Это спокойно. Моя девочка, тебе нельзя пока на волю, маленький. Давай попозже, ладно? Давай весны дождемся, обрастем красивой новой шубкой и пойдем замуж. Сразу красивая пойдешь пацанов себе искать. Ну, искать надо, сразу пацанов. Квук у тебя посадить. Ну, парень видный, шустрый. Больно. Не больно, неправда. Бинтоваться не больно. Не больно. Ну, все доживает. Говорит, аккуратнее. Говорит, можно? Я, говорит, вот лежу смирно. Как никогда смирно лежит. Почти молчит. Кто молчал? Я молчала. Так меня еще никто не скорбил. Как-то так. Все заживает у тебя, не переживай. Будешь самой красивой. Ну, она особо, я думаю, не сопротивляется. Она так. Нет. Иногда. Бывает у нее, да, настроение. Сегодня она хорошо себя ведет. То ли смирилась, то ли устала за ночь. Побег всю ночь готовила. Я возьму чуть-чуть врать.